Ну что, проблема по субстрату Easy Garden оказывается не случайность. Вот растение со второго мешка. Со второго мешка не так глобально, но они есть. Рядом мы можем увидеть здоровые растения, абсолютно здоровые. И попадаются какие-то включения, которые отравляют растения. Вот такая ситуация. В общем, я хотел бы вообще бы вернуть этот субстрат и больше с ним не рисковать. Бегонии реагируют еще хуже. К сожалению, стрептокарпусы кое-как живут, выкарабкиваются, а бегонии, к сожалению, дохнут. И вот второй мешок мы выработали, и на бегониях увидели опять проблему. И придется опять все, что мы пересаживали, работали в эти последние месяцы, вот со второго мешка этого субстрата, возможно, придется опять все пересаживать и спасать. Вот такая проблема. В общем, Easy Garden я бы не рисковал приобретать.